Друзі, ми продовжуємо наш бадьорий ранковий ефір. До нашої студії вже завітала Оксана Зайцева, психотерапевт. Доброго раночку. Здравствуйте. І одразу хотілося б поговорити про конфлікти. Дійсно, це звична річ у будь-якому колективі, у будь-якій сім'ї. Утім, все ж всі намагаються уникати їх, аби не відчувати цих негативних наслідків, негативних емоцій після нього. Розкажіть, як правильно уникати конфлікту? Ну, було б дуже здорово, якщо б дійсно на самом деле люди би хотіли избегать конфліктів. Як правило, зараз ми знаходимося в дуже великому напряженні, і люди включаються в конфлікт, емоційно включаються. І от найбільший вопрос в тому, щоб люди як можна менше підвергалися емоціям во время конфліктів. Про что я говорю? Но эмоции уйдут, а все последствия их останутся. Потому что когда мы включаемся, да, включаемся эмоционально, нам хочется высказать все, все, что у нас накопилось, и это первый враг. То есть первое, избегайте, пожалуйста, эмоциональности в конфликтах. Угу. Как это сделать? О, это наиголовнейшее питание. Для того, чтобы конфликты вообще на самом деле невозможно решить. Вот говорят, давайте решим конфликт. Угу. В конфликте можно найти компромиссы. То есть нужно найти общие стороны, при которых будет что-то решено. А для этого, когда вы начинаете конфликт, помните про самое главное. С какой целью вы это затеяли? То есть если вы помните, цель ваша какая? Угу. Доказать свою правду – это невозможно. Оставь надежду всяк сюда входящий. Да? То есть это невозможно. А вот решить какой-то вопрос – і зараз об этом розказати, це вполне реально. Тобто, якщо я правильно вас зрозумів, у кожному конфлікті в його основі є певне питання, яке треба вирішити. Да. Угу. Але всі це розуміють. Да, мало того, любой конфликт начинается, если можем сейчас с вами начать конфликт, то причины у меня и у вас втроем мы будем, можем пятером, у нас у каждого разная цель. То есть с какой целью? Предположим, вам нужно что-то, чтобы я сделала. А у меня просто эмоциональный надрыв, я вот сегодня добиралась, пробки, все, я нахожусь в состоянии, я не договорила что-то, и мне нужно закончить. И вот когда встречаются две цели, которые взаимоисключают из себя, то вообще невозможно решать. Поэтому самое важное – это успокоиться, чтобы эмоции остыли. То есть если вы чувствуете, что вас вызывают на конфликт, ну, пресловутое, сосчитайте до 10. Я бы предлагала пойти пить водички. То есть выйдите на секунду, на 5, на минут, переключите. Потому что да, остыньте слегка, потому что если вы переключитесь, возможно, конфликта совершенно не будет. Угу. Та, давайте зараз на частому такому прикладі в роботі. От, наприклад, мені потрібно, щоб Альона щось зробила, у Альони просто поганий настрій. Таке буває, це дівчата. Угу. І я прошу Альона зробити це, вона, можливо, і хоче це зробити, але емоційний стан не дозволяє. Мені, щоб правильно вирішити це питання, яке у нас зараз, мені потрібно заспокоїтись і, можливо, просто зрозуміти, що Альони поганий настрій, і підійти пізніше, да, аби уникнути. Или здесь обозначить, что я вижу, что у тебя плохое настроение. То есть, Ален, привет, я вижу, что ты сейчас немножечко, но я, к сожалению, не могу это откладывать, у нас сейчас с тобой работа. Угу. Проговорите то, что вы видите. Вы правы абсолютно, потому что девочки в эмоции включаются быстрее и активнее, чем мужчины. Да. Ну, у нас так мозг устроен. Просто скорость переработки информации у девочки качество страдает, но зато она примерно в 3-4 раза выше, чем у мужчин. То есть мы быстро заводимся, но когда мы все высказываем, когда мы все из себя, да, мы успокаиваемся. Угу. У мужчин наоборот. То есть мужчина заводится, он это все собирает в себе, а потом это все может выстрелить. Поэтому первое, что вы делаете, вы должны понимать, насколько вам нужно сейчас подойти к человеку, если он находится в таком состоянии, если вы видите, что у него не все в порядке с настроением. Настроение – это пена, оно проходит, его легко переключить. И когда вы подходите и говорите, Ален, ну, вижу, что плохое настроение, но, к сожалению, вот через 5 минут начинать эфир, я должен тебя спросить и сказать, могу сейчас? То есть, когда вы спрашиваете разрешение или когда вы делаете, вы не нарушаете границы человека, человеку легче разгрузиться, и она говорит, нет, не сейчас. Или говорит, ну да, что там, давай уже. Но к тебе более снисходительны начинают быть люди и успокаиваются, потому что они видят, что ты понимаешь, что ты сочувствуешь, ты сострадаешь. Ну, поэтому ну це якщо випадок, коли одна людина спокійна, а інша така от на взводі. Якщо ж навпаки зустрічаються два таких полум'я, і реально конфлікт
вже, ну, типу, його не уникнути ніяк взагалі. Як вирішувати конфлікт, якщо от він вже виник? Ніяк. От він буде все одно доведений. Я можу сказати, що давайте, там, третє. Ні, якщо ви вже настроєні поссоритися, якщо ви вже настроєні поскандалити, ну, взагалі, скандал – це як пік конфлікту, да? Тобто, конфлікти і взагалі конфліктні ситуації – це, звісно, естественное наше состояние, то есть люди будут, сколько мы будем взаимодействовать, пока мы не роботы, и мы взаимодействуем с людьми, это всегда эмоция. Поэтому, когда вы приходите, вы начинаете общаться с человеком, вы начинаете говорить, и если уже это случилось, ну тогда уже будем решать последствия того, что случилось. Но что важно? Важно все-таки не терять вот эту ниточку. Помните, пожалуйста, что никогда нельзя переходить на личности. То есть вы можете делать замечание поступку человека, но никогда не делайте замечание человеку. То есть когда вы приходите, вы говорите, ну ты сумасшедшая. Это приговор. И человек может против этого протестовать, и скорее всего развитие будет более интенсивнее, потому что человек защищает свои границы. Когда вы говорите о том, что то, что ты сделала, не вполне нормально, да, то, что ты сделала, то, что я сделала, я могу исправить. А значит, ко мне претензий меньше. То есть температура конфликта немножечко снижается. Поэтому никогда не предъявляйте претензии и не навешивайте ярлыков самому человеку, а просто говорите о том, о поступке человека. Это, кстати, очень выручает, особенно между отношениями между мужчиной и женщиной и в коллективах. Вот это цікаво. Я бы вам запропонував до цього повернутися через декілька хвилин. Є одне ще питання таке нагальне. Буває так, що от один спокійний, так, а у іншого просто немає настрою. Якщо проговорити про те, що я бачу, ти без настрою, чи не спровокує це ще викид емоцій, тому що, ну, мало лі, а може ти натиснеш саме на те, на що не потрібно натискати. Понимаете, в чем дело? Если у вас нет вторичной выгоды, то есть вы приходите, вам действительно, вы искренне и честно говорите, ну, мне срочно нужно с тобой поговорить. Люди питаются не словами, которыми мы говорим, да, а не столько энергии, сколько эмоционально захват. Энергия, безусловно. Но вы ее начинаете раскачивать. То есть, когда вы приходите и говорите, я вижу, ты без настроения, но мне срочно нужно. Как будто бы на видимом фоне вы все сделали то же самое. Но сам текст говорит о том, мне плевать в каком-то состоянии, тебе придется мне ответить. И человек протестует не против ваших слов. Человек протестует против ваших намерений, насилия относительно его. И тогда возникает вот эта напряженная ситуация, когда точно будет очень громко. И причем обратите внимание, когда мы дразним человека, то есть если раздразнить даже самую маленькую собачку, она вас укусит. Так. И какой бы вы физически сильный ни было, среди моих клиентов, особенно в межличностных отношениях, то, что касается мужчин и женщин, женщины забывают, что, предположим, мужчина профессиональный боксер. О. Или он ее повыше и посильнее. То есть задавать вопрос, когда захлестывают эмоции, задавать вопрос, а ты понимала, что он в два раза больше тебя, и один его удар мог сделать из тебя инвалида. Об этом никто не думает, потому что когда присутствуют эмоции, здравый смысл отсутствует. То есть критичность мышления значительно снижается. Так, ну давайте тоді перейдемо до особистих відносин. І як же ж правильно конфліктувати в особистих відносинах? Я так розумію, що залишається золоте правило, якщо жінка, ну в моєму випадку жінка, наприклад, вона без настрою, я можу просто спокійно, щиро, на посмішці сказати, я бачу, ти без настрою. У нас є один момент. Із посмішки. Да, я теж подумала про посмішку. І якби я була зла, і ти б до мене так із посмішкою, я б подумала, що він наді мною насміхається. І ну, реально ще більше мене дратує. Якщо чесно, не очікував такої реакції. Я просто сказав, я просто люблю посміхатися, я оптиміст. Діло в тому, що, розумієте, коли чоловік знаходиться в стані напряження, ваша улыбка, вона свідчить не тільки о вашому хорошому настроєнні, а улыбка на животном уровне, на физическом уровне, это оскал. Так. Это зубы. Так. То есть, и когда вы улыбаетесь... Да. То есть, это может быть агрессия. То есть, и если где-то есть какое-то несоответствие вашей мимике, ваших слов, то это может спровоцировать. Вообще, то, что касается женщины, когда вы мужчины приходите, оставьте ее в покое. Она вам сама все расскажет. Вы иногда у нее не спрашиваете. Женщина настолько эмоционально заводится, что пока она не выскажет все, что она считает нужным, остановить невозможно.
возможно, дайте этому источнику иссякнуть. Не относитесь серьезно к этим словам. Да, то есть она должна высказаться, она должна сказать все, что она думает, по этому поводу. Ого. Да, то есть это не факт, что она реально так думает. Это эмоции, они могут касаться не вас. И если вы дадите возможность этому высказаться, дальше за вот этим взрывом эмоциональным настает так называемая фаза депрессии. То есть она обязательно, вот она, энергетический потенциал падает у нее, она становится усталой, тогда подходите и скажите: я вижу, что тебе плохо, чем я могу тебе помочь? От тут також є досить такий тонкий момент. Буває так, що так, як ви сказали, вона спочатку вискаже все, що вона думає з приводу цього, що думає. І коли вона висказала, коли їй потрібна допомога, ну, можливо, там якась турбота, то чоловіки, як правило, кажуть: ну, в принципі, все зрозуміло. Бувай. Это потому, что вы эмоционально включаетесь. То есть, когда вы слушаете ее слова, вы относитесь серьезно ко всему, что она говорит. И вы говорите: вот все, все, что она сказала, это есть правда. Я бы не рекомендовала вникать. Когда человек говорит эмоционально, он говорит очень много лишнего. И он говорит не для того, чтобы вам сказать правду. Когда эмоции бушуют, никакой правды там нет. Ось це, до речі, хвилювало мене все життя. Вот. Поэтому очень важно, чтобы она остыла. И когда она остынет, вот там будет уже больше правды и больше искренности. Потому что все, что она говорит вам в эту секунду, она не только вам говорит. Она накопила где-то. Она с подругой могла поговорить, с мамой могла поговорить, могла с детьми где-то быть, да, могла что-то... Платья нет, нечего надеть. Это великая проблема. Да. И на самом деле женщина эмоционально включается. Это к вам не имеет никакого отношения. Когда вы говорите: как нечего одеть, тут у тебя 22 платья, там, или посмотри, тебе в этом... Не лезьте туда. Она сама все прекрасно знает. Угу. Дайте ей остыть, не лезьте под эту горячую руку. А коли вона робить, ну... Я як чоловік намагаюся зараз на прикладі, так? Намагаюся не влазити туди. Нема плаття, ну буде нове, добре. Ти не можеш сказати, яким мені вдягти плаття? Ти не можеш мені порадити щось? Ну, як тут бути тоді, в такому випадку? Храните не то, щоб мовчання, а скажіть іскренне, що я, к сожалению, не можу тебе зараз посоветовать. Но если для тебя важно, давай разберемся. Как правильно говорить, мне ничего не важно. Ваша задача – это так называемое активное слушание, пассивное слушание. Можете кивать головой, можете говорить, но вообще не вмешивайтесь. И помните, что чем быстрее она иссякнет, тем быстрее придет процесс перемирия. То есть если вы видите, вообще не заходите, да-да, видите, она начинает глазами по шкафу, есть же признаки того, что уже приближается буря. Да? То есть, как бы, не лезьте туда, не заходите. Навигация вам показывает, туда ходить не нужно. Не ходите, идите, занимайтесь своими делами. Когда она заходит и говорит: тебе все равно, что я ищу, деятельность какую-то, пейте чай, пейте водичку, пейте кофе, говорите: да, сейчас я освобожусь, через 2 минуты подойду. Мне сейчас нужно. Дайте иссякнуть это, но не включайтесь в это. То есть эмоционально не включайтесь, потому что если вы туда дрова не подбрасываете, там ничего не будет. Значит, смотрите, мы говорим о том, что всегда женщины, да, вот сейчас мы говорим, как поступать с женщиной. Так. Ну, простите, мужчины тоже приходят вне настроения. О, так. И здесь, да, и здесь женщинам приходится тоже нелегко. Потому что мужчины как бы больше аргументируют, они более продуманы, да. Да? И вот, вот этот вот момент очень важный. Если же мужчина виноват в чем-то, ну, если он не виноват, он все равно окажется виноват. А это классика жанру. Да. То есть как бы вот этот вот момент очень важен. То есть если мужчина пришел, и он очень злой, мужчина быстро успокаивается, когда... Когда он сыт, когда мужчина больше успокаивается, поэтому накорми, напои, а потом и спрашивай. Здесь с мужчинами гораздо проще. Женщину хоть корми, хоть не корми, если ей нужно высказаться, она все равно выскажется, она более эмоциональна. Вот это наше правое полушарие, оно такое у нас очень активное. А мужчине нужно накормить, успокоить и не лезть под горячую руку. Если, и, кстати, если мужчина виноват... Он обязательно компенсирует это. А вот женщина точно. Нет, а мужчина обязательно компенсирует. Поэтому, когда вы понимаете, что его нужно сейчас оставить, когда нужно сейчас накормить, выдержите эту паузу, не лезьте под горячую руку, и мужчина успокаивается в этом плане относительно вас быстрее, потому что они логики, и они понимают, что причина конфликта не вы, они на вас отрываться не будут. Но если вы будете лезть к нему, вы выгребете
что называется. Если вы к нему лезть не будете, то, скорее всего, в итоге он будет у вас то, что вы хотите от него, и будут получены дивиденды из этого конфликта. Поэтому женщине нужно немножко гибче быть. Ми поговорили от про жінок і чоловіків. Якщо ж брати до уваги конфлікти між дітьми та батьками, або навіть якщо підлітки, тому що там загострені всі емоції, все сприйняття, як бути з батьками? Ну, конфлікт між подростками і дітьми – це дуже серйозна тема. І тут індивідуальні потрібні рецепти, тому що кожен дитина переживає підростковий возраст по-своєму. І конфлікти в підростковому возрасті між батьками і дітьми виникають не тому, що трудний возраст у дітей, а трудний возраст ми називаємо трудним, тому що в цей період діти стають плохо контролируемый своими родителями, как думают родители. Потому что он был замечательный, он все слушал, что я говорю, он все делал, а тут, видишь ли, у него есть свое мнение. И родители протестуют не столько против мнения ребенка, как против того, что они пугаться начинают, что он выходит из-под контроля, ребенок. Самый простой способ – это вспомнить себя в подростковом возрасте. Вот это самый простой способ. Почему? Ребенок, на нем в этом плане больше ответственность, меньше ответственности, больше ответственности у родителей. Ну, хотя бы потому, что у родителей есть опыт подростничества, а у детей еще нет опыта взрослого человека. То есть стать на место родителя у ребенка нет возможности. Даже теоретическое. Ну, я там не был, я не знаю, как себя вести. А у родителей есть, потому что мы прекрасно понимаем, что мы чувствовали, когда нам эти же слова, а как правило мы используем семейные сценарии, семейные модели поведения, то, как правило, у нас мы знаем, что мы отвечали на это в этот момент. И, как правило, родители провоцируют те же ситуации со своими детьми, которые они не доиграли со своими родителями. И это вот этот самый простой способ, это вспомнишь, как ты был в этом возрасте, и помнить о последствиях, потому что подростковый возраст – это возраст максимализма. Неосторожное слово родителей, учителей, кого угодно может привести к каким угодно последствиям. То есть это может быть просто конфликт, ну, а может быть любые подростнические вещи, когда создаются особые субкультуры, когда особые правила. Мы знаем много суицидов, много на грани. Ребенок исследует свое тело в этот возраст, он возможности тела исследует, отсюда экстремальные виды спорта и так далее. И чем больше напряжение в семье, тем больше потребность у ребенка реализовываться через вот эти каналы, то есть сбрасывать агрессию. Переводя ее вот в такую в грубую форму. Понимаете, как с адреналином здесь очень сложно, потому что адреналин, он сам по себе, там череда есть. Есть дофамин, адреналин и норадреналин. Але є ж залежність просто від цього відчуття. Есть, потому что это достаточно яркое впечатление, и от этого это очень яркая разгрузка. То есть адреналин – это такой гормон, который вырабатывается для того, чтобы мы преодолели какое-то препятствие. То есть у нас есть потребность. То есть мы доводим до этого состояния, потому что есть накопленные вещи, которые нужно через это реализовать. Но получает удовольствие не от самого адреналина, а от того, что после адреналина, потому что эйфория наступает. То есть когда вот адреналин выбросился, и следующее – эндорфины там, и так далее. Далее, то есть человек чувствует себя гораздо в состоянии эйфории, в состоянии полета. Это недолгий процесс, поэтому хочется повторить, хочется еще это. Но у подростков это еще и снятие внутреннего напряжения. То есть обезболивание, анестезия такого рода. Цікаво також, от коли дійсно між підлітками або між двома дітьми виникає конфлікт, як має поводитися тут доросла людина, приміром, от вчитель або батько, мати, як вони мають вирішувати ситуацію цю? І чи треба їм взагалі влазити в цю ситуацію? Тому що дійсно часто так буває, от навіть згадуючи шкільні роки, коли винен той, на кого поскаржились першого. І вчитель не розбирається дійсно в цій ситуації і там якось карає або там дзвонить батькам. Ну от як дійсно виходити з таких ситуацій і поводити себе по-дорослому, дорослої людини? Вот, Ален, здорово, потому что вы произнесли, по-взрослому нужно себя вести. Помните, мы вначале говорили, главная цель
с какой целью ты что-то делаешь. У детей в этот период есть общая цель, у подростка, у всех есть общая цель. Это чтобы почувствовать себя взрослым. Угу. И в это время вот этот юношеский подростковый максимализм, когда белое — это белое, черное — это черное, мир делится на своих и чужих. И когда взрослые приходят туда давить, надавливать, ребенок будет однозначно протестовать. Ну, законы физики. Всякое действие равно противодействию. То есть мы подвержены всему этому, в психологии тоже. Когда учителя, родители разбираются, спрашивают мнение, спрашивают точку зрения, когда они справедливо относятся, проблем у них с детьми не поступает. Дети всегда чувствуют энергетику и намерение. Если я пришла унизить, оскорблить, ты прав, ты не прав, пошли вон отсюда. Ну, то есть вы дети маленькие. Подростки вам докажут, что они не маленькие. То есть они могут делать, будут это делать открыто, у них хватает смелости и отчаяния. Потому что вот этот подростковый возраст, гормоны, которые вырабатываются, очень большие подростковые и гормональные изменения в плане полового созревания начинают диктовать условия. И ребенок будет вам доказывать. Но если вы справедливо и честно подходите к ситуации, дети принимают это. Аргументируйте свое поведение, спрашивайте его точку зрения и объясняйте. Это, кстати, не только в подростковом возрасте. С трехлетними детьми, когда вот эта репетиция маленького подростничества, мы делаем то же самое. То есть мы не замечаем, как ребенок в 3 года откидывает колготки свои или рубашку и говорит, я это не буду надевать. То есть он репетирует, как можно себя вести уже, когда ему будет 14-15 лет. Но в этот период родителям очень важно, почему. Дать возможность выбора, дать возможность аргументировать, почему ты именно так хочешь. То есть ребенок учится договариваться. И по сути в подростковом возрасте мы решаем все и доделываем все то, что мы с ребенком не доделали в 3-4-летнем возрасте. Тобто виявляється, якщо в трирічному віці з ним правильно розмовляти, пропрацьовувати це все, то і період максимально у цього максималізму пройде, ну, в принципі, легко. Мягче. Він все одно буде в напряженні знаходитися, але це буде значительно м'якше, і ребенок виробляє модель поведення. Ко мені прислушується, я маю право мати свою точку зрения, і мене здесь уважають. Тому що подростки якраз протестують проти неуваження, проти того, що ти зі мною не вважаєшся, проти того, що ти... По суті, ми во время конфліктів всі протестуем против неуважения. То есть это борьба за себя, это борьба отстаивания своих границ. И когда твои границы не нарушаются, то, собственно, и отстаивать-то нечего. От тут важливий також момент, треба уточнити. От як саме не порушувати межі? От як розуміти їх? Как только вы видите в человеке личность, как только вы понимаете внутренне, что человек имеет право, да, его точка зрения может быть не совпадать с вашей, да, она, возможно, вообще сейчас не соответствует здравому смыслу, но она имеет право быть. И человек как чем-то он руководствуется, но давайте хотя бы ради любопытства, почему он так думает, да? То есть и когда вы искренне интересуетесь этим, как не навязывая свое, мы же в конфликте что делаем? Не думай так, как ты думаешь, думай, как я думаю. Это невозможно заставить человека думать. А вот когда человек думает, и ты начинаешь спрашивать, почему ты так думаешь, и искренне это, человек начинает объяснять, на самом деле, проговаривая это, он действительно начинает думать, почему я так поступаю. И иногда в конце разговора человек говорит, та юлки, ну я сам не знаю, что я так. А до речі, це також досить популярне явище. Да, потому что если вы задаете вопросы искренне и честно, не с целью унижения человека, потому что это чувствуется, ну, намерение, так, мы всегда чувствуем, то человек вам, любой начальник, подчиненный, ребенок, не имеет... Какая разница, разговариваете вы с мамой или с папой, или разговариваете вы с 10-15-летним ребенком? У него есть своя точка зрения, у него есть свой характер, у него, если вы это не ломаете, человек это понимает, то все в порядке. Он высказывает свою точку зрения, он понимает, что он имеет право отстаивать. А если он привык, что вы его ломаете в конфликте, да он вас и слушать не будет. У него есть опыт негативный, ты его послал, он с тобой делает то же самое. Потому что, когда ты спрашиваешь, зачем ты это делаешь, ты говоришь, так ты же по-другому все равно не будешь поступать, что толку? Но когда понимают, что толк есть,
все нормально, все получается. А скажіть, будь ласка, з якого віку до дитини потрібно вже батькам відноситися як до дорослої людини? Ну, до 2,5 лет не закрыт у ребенка еще уровень безопасности, формируется до 1,5 лет базисное доверие к миру, ребенок живет, наблюдает и так далее. Ну вот в 2,5-3 года период формирования самости у ребенка появляется своя точка зрения на все. То есть ребенок начинает, да, то есть ребенок уже начинает репетировать слегка свою маленькую взрослую жизнь, ребенок начинает показывать, читать. Да, он еще не осознает всех вещей, потому что не все нейронные связи выстроены. Вообще, подумайте, ребенок за 2,5-3 года количество нейронов, которые есть в головном мозгу, отмирает ровно половина. То есть невостребованные, они нам не нужны. То есть поэтому, кстати говоря, тут ребенок 2-летний может обучиться, там, а 40-летний не может. Ну, потому что у ребенка для этого очень много данных, там много нейронных связей. Но если он физически здоров, там, и родители психически здоровы, то есть как бы все в порядке. И ребенок это очень быстро, вот с 2,5-3 лет, ребенок начинает это проявлять, вы увидите это. Ребенок, как только ребенок произнес «я сам», это значит, у него есть своя точка зрения. И если вы к этому относитесь с уважением, ребенок тоже себя уважает. У вас не будет проблем с детьми и вообще с людьми, если вы людей уважаете. Не можете любить себя, не можете любить других людей, не надо, уважайте. Хотя бы потому, что просто они тоже люди. Так, ну мы так плавно перейшли до того, что в принципе людське життя – це звички. Звички, які набуваються протягом там дитинства, ми поговорили там 2,5 роки. А от як уже будучи, ну, наприклад, там до 30, коли людина розуміє, що в нього чи в неї є якісь певні недоліки в комунікації, з чого потрібно виправляти цю ситуацію? Яку потрібно звичку перш за все в собі випрацювати? Во-первых, первая привычка – это умение работать над собой. То есть если мы понимаем, что мы можем повлиять на любую ситуацию, и если мы осознаем, что у меня есть возможности к этому, я это сделаю. Но я бы, конечно, настоятельно рекомендовала начинать со специалистов. Проводишь тренинги, семинары, индивидуальное консультирование. Человек говорит, что нужно почитать. Нужно для начала не почитать, а нужно пообщаться. Понаблюдайте за теми людьми, кто это умеет делать. Вы можете это делать и за теми коллегами, которые это умеют, как он это делает. Почему? Потому что не слушайте, что говорят, как и родители. Они начинают воспитывать детей и говорят, слушай, что я тебе говорю. Дети не слушают, что говорят. Дети делают то, что вы делаете. Мы поведение быстрее, потому что поведение, слова обманывают, а поведения человека нет. Поэтому первое, наблюдайте, пожалуйста, за теми людьми, кто умеет это делать. Включайте программу, смотрите какие-то фильмы, в которых есть поведение людей, посмотрите, как он это делает, как он взаимодействует, что не ленитесь брать блокнот и записывать, потому что это структурирует мысли, это дает возможность запомнить это, проанализировать. Ну, почитать тоже можно, но почитать можно уже, когда есть какой-то опыт, потому что вы и фильтровать нужно. Сейчас очень много литературы, где, знаете, как женственность... Багато води? Не то что, взаимоисключающий фактор. С одной стороны, ты должна самодостаточной быть женщиной, а с другой стороны, ты должна вышивать подушечки, ходить в юбке непонятно зачем, как будто бы, ну, говорят, что эта женственность очень сильно развивает, да, и так далее. На самом-то деле очень много противоречивых, потому что наше общество сейчас стремится, вот, феминизм, все, что было, то есть гендерные роли смешиваются, и вот это вот определите для себя, каким я хочу быть, и смотрите на тех, кто это умеет делать. Ну и к специалисту, конечно, потому что детские конфликты, вот этот возраст, начиная вообще подростничество, считается до 25 лет. Я думаю, до 40. У некоторых и до 80. Там есть нюансы, потому что если вы это не прожили в 15 лет, если вы не прожили это в 20, в 16, вы обязательно будете это дореализовывать в любом возрасте, где у вас будет предоставляться эта возможность, компенсировать. Да? То есть вы будете это возвращаться к этому снова и снова. И вот это очень важный момент. То есть наблюдайте, смотрите, изучайте, придите к специалисту, чтобы разобраться, а что мешает вам сейчас достичь тех результатов, которые вы хотите. Потому что будь уверенным или будь лидером, да здорово. А як? Да, то есть а что? Потому что если было это поломано в возрасте 3 лет, в возрасте 5 лет, характер ребенка формируется до 7 лет, то на каких-то техниках, как любит у меня один клиент, говорит, как это сделать технически? Да, то есть, а технически нужно тренироваться. Вы тренируете поведение, вы тренируете свою речь, вы выстраиваете это, вы обучаетесь, и ни в коем случае нельзя раздувать мыльных пузырей.
Я сильний, я смогу, я преодолею, я достигну, я лидер. Особенно мотивационные тренинги, когда вы приходите, вы выходите оттуда, мир перевернул, приходишь, и сосед дядя Коля тебе подзатыльник дал, причем не рукой, а плевком мимо урны. И ты понимаешь, мир не идеален. И ты в том же месте, где было, то и хуже. Потому что у тебя еще есть разочарование от того, что тебе сказали, что ты силен, ты мог. Ну и помнить, природа у нас разная. Специалисты помогут все-таки выявить вашу природу, потому что очень трудно быть пантерой, если ты рожден хомячком, и очень трудно быть хомячком, если ты рожден пантерой или тигром. Так. Ни то, ни другое, ни хорошо, ни плохо. Mm-hmm. Просто ты другой. У тебя есть возможности другие, ты можешь реализоваться в чем-то другое. Хищник, он будет охотиться. Белый и пушистый будет удовольствие от тактильных ощущений. Но если я не белая, не пушистая, ну, это невозможно. Людей же не обманешь. Так. И как раз вот эта неискренность, это и дает вот эту возможность людям запутаться. Кожен індивідуальний, дійсно. Да. Хотілося б от запитати, дійсно, після конфлікту залишаються якісь такі негативні емоції, образи. Як навчитися виходити з цих образ або взагалі от не тримати зла на людину, з якою ти, у тебе виник конфлікт? Понимаете, Алена, в чем дело? У нас обиды возникают одни и те же на протяжении всего нашего возраста. Почему? Потому что когда мы решаем со своим мужем или со своим начальником или со своими подчиненными, то, как правило, это недорешенные конфликты с мамой, с папой, с братьями и сестрами. То есть мы все время стремимся доказать, показать, и вообще эта борьба идет за то, что я хороший. Хорошесть – понятие каждого разного. Кто-то хороший, потому что умеет говорить, кто-то потому что штангу толкать. Ну, каждый про свое хорошее. Но мы все время доказываем то, что мы хотим доказать. И до тех пор, пока не будут решены эти внутренние эндогенные конфликты, двинуться человек с места не сможет. Угу. Это балласт, это те дырочки, вот знаете, как решето, да, из которого энергия, все, что вы наполняете, она будет уходить. И вот до тех пор, пока не будет вот это сформировано, до тех пор, пока не разберешься, у специалиста есть методики этого. Да, можно пройти собственным путем. Например, выбирают духовный путь. Там и так далее. Да, так тоже можно, просто вопрос времени, это долго. Скажу вам, даже если вы работаете со специалистом, это не будет решено в 2-3 захода. Так. Вы накапливали это 30 лет, и вы приходите и говорите, слушай, я хочу от вас выйти обновленным человеком, у меня для этого 2 сеанса, сделайте что-нибудь. Ну, психолог не Дед Мороз, да, и не Снегурочка. Волшебства не будет, вам придется работать. И работать над собой. Все, что не доделали ваши родители, все, что не доделали в детстве, не доформировалось, родители же не доделали не потому, что не хотели, а очень часто потому, что не могли и не знали как. И когда мы сами становимся родителями, мы, по сути, делаем то же самое. Круг замыкается. И чтобы разомкнуть этот круг, нужно вернуться в те 3 года, 2,5, 1,5 года, чтобы этот вопрос решить, а почему так случилось. Конфликт, самый лучший способ победить в конфликте, это его не начинать. В споре никогда ничего не рождается. Истина в споре не рождается. Каждый все равно остается при своем мнении. Оце факт. Бачите, ми сьогодні розвіяли певні стереотипи. Мені сподобалось те, що ви зачепили ось цю мотиваційну сторону нашого життя. Пандемія вплинула на всіх. І зараз ось цих, ну, як би правильно так сказати, професіоналів, які за один майстер-клас навчать тебе, да все, що хочеш, оце зможеш, а по факту ж нічого не працює. К сожалению, мало того, подрывается авторитет тех, кто работает, потому что когда к тебе приходит и говорит, слушай, я тут как порчу с тебя сниму, да, так. И ты как бы, ну, это очень далеко от истины, а когда приходит и тебе, ты говоришь никаких результатов, это гарантии результатов, это долго, это гарантии будут, но они появятся. Вы первые результаты увидите, однозначно, это неправда. Месяц, ну, там, 8-10 сессий, вы увидите результат. Вы будете его видеть, вы по-другому будете реагировать на мир. Но вот этого кардинально, я зашел туда в одном состоянии, а вышел я царь своего мира, так не будет, конечно, потому что поступательно. Вот все, что деды не достроили, мы достроим, да? Все, что было в детстве недоделано, мы будем доделывать позже. Поэтому и это будет поступательно, и хорошая работа над собой, она никогда не бывает резкой. Вот как в спортзале, вы же не приходите, вы же не накачиваете мышцу. Не, ну я такие, які приходять там за місяць, уже все накачали. Ну, для цього треба працювати і тривалий час. Ні, то був сарказм, якщо що. Їх підсніжниками називають, які за місяць хочуть накачати банки. Да. Это тоже, если человек говорит, приходит в спортзал, и после спортзала я работать не хочу, говорит, слушай, да мне и так хорошо, я-то хороша собой, все нормально.
Пожалуйста, если помогло вам, почему нет? Но на самом деле глубокая работа и стойкий результат предполагает ответственную последовательную работу на протяжении долгого времени. Это правда. Ну, ось це найголовніше, в принципі, що нам потрібно і пам'ятати. Давайте на завершення від вас, як експерта, рекомендації для наших глядачів. Давайте резюмируем. Да? Первое, когда вы вступаете в конфликт, первое, определите цель, с которой вы вступаете, и оцените, возможно ли получить эту цель, именно сейчас вступая в конфликт. Если у вас в это время зашкаливают эмоции, пожалуйста, найдите способ и возможность там, на полминуты, на 2-3 минуты, чтобы успокоиться и потом принять решение, вступать в этот или не вступать в конфликт. Третий момент. Вы никогда не потеряете ничего, если вы в конфликт не вступите. Так. Кроме того, что осадочек останется, я могла сказать, но это легко, или мог сказать, это легко наверстывается. Никогда не подвергайтесь эмоциональному порыву. Еще один способ. Никогда не переходите на личности во время конфликта. Никогда не критикуйте личности человека, критикуйте только его поступки. Если аргументированно. То есть обязательно аргументируйте, почему вы это говорите. Твоя мама дура или твой папа такой же, как ты, аргументом не является. Или если вы вступаете в конфликты на работе, это вообще не следует этого делать. То есть минимизируйте это, потому что начальник всегда прав, помните об этом. Так. Если вы хотите доказать начальнику, что он дурак, вы можете это сделать, но будьте готовы к тому, что вы уволитесь. Помните риски, которые вы несете с тем, что вы вступаете в эти конфликты. Для того, чтобы решить конфликт, к нему нужно хорошенечко подготовиться, разобраться в истоках конфликта. Поэтому, если вы хотите решить конфликт с человеком, найдите человека, проводника, который вам поможет разобраться, что же происходит на самом деле. И если вы будете убеждены в том, что все-таки это нужно разрешить, нужно поговорить и договориться, сделайте это, но уже хорошенечко подготовленным, выбрав время, место и обстоятельства. Ось це класно, це треба буде спробувати. Друзі, я вам нагадую, у нас сьогодні у гостях Оксана Зайцева, психолог, і ми сьогодні говорили про природу конфлікту, як саме потрібно конфліктувати, та взагалі навіщо це робити. Ну, іноді ж можна зробити такий конфлікт і не приймати в ньому участі, як роблять іноді люди. Точно знаю, що цей матеріал, який ви тільки що переглянули, вам сподобався. І щоб побачити ще багато цікавого матеріалу, підписуйтесь на наш YouTube-канал «Правда тут медіа». А щоб завжди першими дізнаватися про те, що нове відео вже є на нашому YouTube-каналі, поставте дзвіночок, і він вам буде про це нагадувати щодня. We'll be right back.